выиграете еще 5, Доню 10 тысяч рублей без поражений. Ну, давай посмотрим, блядь. За базар тебя притянем нахуй. А ты не хочешь... Как он называется? А хотя тебе, наоборот, нужно кого-то дальнего, да, чтобы у нас была компенсация. Я ближнего, ты дальнего взял. Да, да, у нас, наоборот, охуенная связка. Я, типа, замораживаю кентов, замедляю, а ты можешь ебать их, наоборот, из-за этого. Это вообще пиздата связка. Да, да, договорились. Я видел тоже это сообщение в чате. Сейчас проверим. Мне бы Слава Канал Трек, 27 апреля. Мне бы такую любовь играть. Вот это, слышишь, это сильный пиздец. Давай, давай, давай. Хорош. До свидос, откисай. Не, донаты офф. Ой, точнее, включены. О, там у кента ник Fortnite был. Не видела. Чисто Fortnite, бля, на застроечке пососал, ой, блядь. Ой, там, я пошла за сундуком. Ой, тут Валера. Мне кажется, ты грозный чел. Опа, ебать. Кунжут выпал, нахуй. Все, до свидос. Хорошо, бля, еби-еби, Катюшка. Валера, Дим-Дим-Еман, блядь, пососал мой, блядь. Пенис. Не-не-не, это еще какой, я ему еще поищу, какой пенис. Мой пенис только ты сосишь, любимый. Спасибо. Fortnite улетел, нахуй, просто. Блин, а где еще сундуки? По сравнению с Brawl Stars. Да хуй с ним, они уже нам не нужны, у нас уже, блядь, кристаллов 10 штук. Нам просто этих кентов найти и выебать, это уже первая игра, можно сказать, выигранная. Я не знаю, где они могут сидеть, конечно. А, вон они, блядь. А, у них, кстати, тоже дохуя кристаллов. О, ломилк, ломик. Я замораживаю его. Еби его, просто еби, в упор, не бойся его. Ты сильнее гора, ну все, вообще, это пиздец. Смотри, я сейчас к нему подойду, смотри, и неуязвимость прожму, а ты вот пиздишь. Иди ко мне, вот он, в кустах, вот здесь, куда я стреляю. Давай, давай. Ай. Я... Хорош. Сейчас я посмотрю. Слава, ты смотрел каких-то ютуберов по Brawl Stars? Не, я только знаю ютуберов по Brawl Stars. Ну, лично, типа, я Пози знаю и, блядь, кого еще знаю. Я не помню, кто еще Brawl Stars снимает. Я только Пози знаю, по-моему. Через какую брогу запустили на компе Бравл? Тоже хотим постримить его. Это BlueStacks. Я его скачал, и через него, соответственно... Эль Примо! Очень удобное. BlueStacks! Что? А почему вы смеетесь? BlueStacks! BlueStacks, да, все правильно. BlueStacks, блядь. Слав, можно было без акцента? Специально. Ладно. А, что ты не готов, Слав? Ты готов? Что? Я готов. Выйди, нажми выход, там нельзя играть заново. А, да, точно, заметил. Можешь попробовать открыть сундук, тебе, наверное, а может, если не прокачается, короче, попробуй еще Бравл Пас купить. Так, подожди, я должен купиться сейчас. Вот, я три... Видишь, у тебя вот был бы Brawl Pass, у тебя бы мега ящик уже был бы доступен. Попробуй сейчас купить еще раз. Сейчас я магазин дойду. Слава, здорово, здорово, пацан. Не удалось выполнить, не получается. Блин, да что это какой-то бред? Это походу скам реально. Прикинь, типа написано популярно, якобы а-ля скидка 899 рублей, да? И в итоге какой-то скам, не проходит оплата. 10 минут же прошло, чат? Короче, понятно, Слав. Чё, так и хуй его знает. Надо другую карточку вводить просто. Какие-то баги с этой хуйней. А может, просто не прошло. Возьми, слышишь, у тебя сверху награды, видишь, где у тебя звание, типа, дивизион, где у тебя X264, X2 написано, да, вот на это. Ну, давай, забирай вот это. Хорош. Круто. Давай, полетели next. Блин, трассеньки. Почему ты в TeamSpeak не записываешь вашу шоу-матч и не выкладываешь на игровой канал? А хуй его знает, пацаны. Ребят, тоже не понимаю людей, которые донатят Brawl Stars. Это очень странно. Да, это очень странно, блядь. Вообще... Алкаша, еби в жопу, блядь. Вот... Сейчас, секунду. Все, до свидания, алкаш нахуй улетает. Так. О. А, все уже. Так, давай, давай на этого. Эль Примо пососал письку, блядь. Вон, путь Шейли, блядь. Сейчас мы слышим его путь остановим, нахуй. До свидания, блядь. Пойдем за... вот этот ящик заебем. За что ты так с Эль Примо-то? Уважение к персонажу. Из-за него. Роза, да? Роза. Нет, сейчас я этого чела. Я не могу, что-то клавиша залипла. Да, прикольно. Ну ладно, нормально. Ты там живая? Да, все ок. Ай.
У меня кин, ты иди ко мне, видишь, у тебя такая стрелочка показывается на меня справа. Сейчас. У тебя еще Пока здесь будет, Пока. Не Кирюха, если что, блядь. Вот. Это Пока, тоже охуенный персонаж. А... Ты что, вышла, блядь? Нажми на F11. Все, ебем после кольта. Кольта в жопу трахаем, блядь. Да ну, братик, куда ты там нахуй? Да ногти! Давай этого. С шляпой. Шляпу ебаную, бля, голову сосущую выебали, блядь. Хорош, блядь. Браво, давай другой режим попробуем. Давай покажу другие. Или давай сейчас челлендж выполним 5 побед, которые нам Кен дал. Давай. Проверим, 10 тысяч скинитов или нет. Давай. Давай, нажимаем, блядь, снова. Сколько это получается побед у нас уже? Две? Да я побед уже Слава, было. Скажи Катюхе, чтобы с телефона купила. Я ей сказал, с телефона вообще есть, давайте. А, прошу вот, иди вот этот сундук ломай снизу. Купали. Ломай сундук снизу. Да. На какую клавишу можно ультовать? На X, да? Все, еби его. На X же можно ультовать. Да я не знаю, я просто просто переводишь руку и все. Я просто тоже мышкой играю. Тут написано X вроде можно. X, ну, кнопка 1, не знаю. Shift пишет. Алкаша еби, нагибатора, блядь, 3000. Ты уже это сделал. О! Го. А, ему все уже ГГ. Все, последний Шелли трахай. Иду. Да куда ты, блин? А, ну ты трахнул ее. О, о ебана, слава! Я трахнул ее, малыш. Альта, альт плюс F4. Слышишь, ульта, альт плюс F4. Ульта, альт плюс F4, натуре, тебе не пиздец, пробуй. Я что пробую? Реально рабочая хуйня. Че, сколько у нас уже побед? Уже 3 победы. Хуй знает, много. Мы уже, блядь, на пике своей формы, нахуй. Альт F4 это такая ульта, которая... Ой, блядь, куда... я случайно прожал, нахуй, гаджет ебаный, блядь. Так, я пошла к другим сундукам. Ломай вот эти ящики. У тебя атаки сразу, если ты боком становишься, ты можешь сразу 2 объекта хуярить. То есть в этом весь прикол. Крутышка. Ага, да-да-да, сейчас. Эй. Отвали. Че, агрессия, типа, да? Агрессивный Кент? Да-да, угу. Давай. Сейчас я... Все, это... у нас опять дохуя кристаллов, мы выиграли. Все, пятая игра, блядь. Это пятая же? Ну, я не знаю, либо четвертая, либо пятая. Алкаш осторожней, бля, ебаный. Отстань от меня, алкашня. Все, алкаш пососал, нахуй, бебру понюхал, блядь, кусил. Сейчас еще вот за этим сбегаю. Все, до свидос. До свидос! Давай вот эту эль прима, слышь, варежку насрём ему нахуй. Давай. Здесь можно... А, вон он, блин. А, ну и кольт ебаный, блядь, лох. Ой, а кто это у нас такой беспомощный? Пососал, блядь! Давай, сейчас я возьму на себя эль прима. Давай, где еби его. А где вон, он? В кустах, вон он. Все, и тыкай его, давай, не буду трогать его, давай. Пизделка, блядь, Катюха против, блядь, эль прима, блядь. Катюха против Катюхи. Ну все, по-моему, это пятая была. Да, получается так. Че, погнали, хочешь другой режим? Давай. А, давай еще пятый, чтобы уже наверняка пятый. Ну, донатов я не вижу. Четвертая пишет. Ну давай. Готово. Катя, хотел спросить очень давно, можно место вас у Славы отсосать? Не, нельзя. Я не поняла, что... Какой можно, ты офигел? Можно, говорит. Пойдем, ебем эти коробки, блядь, сраные. С горохом, блядь. Жри. Иди ко мне. Сейчас. Забирай кристалл, все, погнали. Сейчас, куда какать? Блин, нафига вообще не отпадный. Иди сюда, Кент. Умрет. Бля, они кристаллы забрали. Уходи. Чё-то... Всё, давай идём, просто отойдём. Ну его нахер, да? А то мы сейчас въебём, блядь. Давай вон ящик, иди сюда. Сейчас камбэк будет.
Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас мы напихаем всем слав. Походу реально настоящие кенты пошли. Ой. Слав, я через 12 секунд буду. Ты там это, не расстраивайся, ладно? Я думаю, тебе лучше, наверное... БЛЯЯ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 
А, он сказал, что это рофл был. Ну, понятно, блядь. Ну, значит, не считается. Так, сейчас. Он сказал про 10 тысяч, я просто так ляпнул.